кушает, кушает. Вкуснятина. Арамис Портос начал кушать и Атос. Это у нас сердечко, селезенка, морковь, рис и немножко овсянки. Вот такая вкусняшка у нас. Говядину буду давать им попозже, им еще тяжело говядину. После сердечка сделаем им курицу. Возьму куриное филе с морковью, рисом или вместо риса гречечку. И вместо витаминок опять же селезенку. Она богата микроэлементами. Котики такое любят. Вот видите, как им нравится. Смотрите, какая прелесть. Чавкают, так вкусно чавкают. Ой, как вкусно. Мама сварила такой вкусный паштет. Видно и морковь, видно и рис. Ой. Арамис сразу лапку моет. Вот это у нас Атосик. Кстати, камера цвет не передает. По цвету Портос серый, самый старший котенок, вот этот, он серенький. А вот Атосик и Арамис, младший, они больше голубого окраса. Ну, не видно, плохо передает цвет. Все, Арамисик покушал. Иди на подоконник на солнышко, витамин D будешь ловить. Ой, боже, какая у мамы страшная рука. Ой, боялись, всего боялись и шугались, такие жирные. Все, один пошел. Так, вкусно, вкусно, вкусненько. Портос уже кушает сам. Я его приучила с ложки. Он как... Мальчик кушал с ложки, такой деловой. Сейчас кушает сам. Хочу вам словить цвет, и не получается. Какие они по цвету отличаются. Вот слева Атос. Чуть-чуть видно. Вот такой серенький Портос. А Атос и Арамис голубоватые оттенка. Все, наелись. Наелись, вкусно. Они вот так вот поедят. Потом проходит 10-15 минут. Они возвращаются и доедают. Я им здесь на Артема столе ставлю, они кушают. Кто скинул бутылку? Сейчас подниму. Портос скинул бутылку? Да? Это тебе нельзя, это деньги. Все, поели. Поели, пупсики? Все, пошли прятаться. В столе сидят. Да, Портосик? Моя зая такая красивая. Ой, такой слухняный хлопчик. Вон мать прибежала. Мур. Мур. Все, сейчас пойдут умываться.